Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра у нас на календаре 21 октября. Издавна в этот день наши предки смотрели на небо и по нему судили о предстоящей погоде. Если звезды ярко сияют, погода будет хорошая. Тускло – жди ненастья. Коль луна в кругах, то лето засушливым будет. Возле солнца туманный круг появился. Это к ясной и сухой погоде. А еще наблюдали за животными. Раз скотина к вечеру ведет себя беспокойно, придет ненастье. Мышиные норы с южной стороны появляются. Значит, впереди суровая зима. А какая же погода ждет нас завтра, 21 октября? Сейчас я вам об этом поведаю. В селе Благодаровка Одесского района Омской области за окном плюс 2, без осадков. А вот послезавтра синоптики обещают дождь и даже снег. Но уже через пару дней осадки прекратятся. Снова станет сухо. В селе Благословенном Октябрьского района Еврейской автономной области плюс 14 и небольшой дождь. Если выходить на улицу в такую погоду вам совсем не хочется, то можно заняться подготовкой вещей к зиме. Именно этим и занимались наши бабушки и дедушки. Название деревни Новая Благодать Каменского района Тульской области говорит само за себя. Воздух там прогреется до 17 градусов. Осадков не намечается. Однако послезавтра все-таки придется захватить с собой зонт. Осенняя пора, а чей очарование? Такие строчки приходят в голову, когда говоришь о погоде на хуторе Благодатно-Егоровском Неклиновского района Ростовской области. Там плюс 18 и яркое солнце. Погода просто шепчет. Там живут настоящие счастливчики. Тепло уйдет не скоро. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог!